«Горжусь тобой, моя Россия» – так назвали концерт, организованный комплексным центром социального обслуживания населения Когалыма. Участие в патриотическом концерте приняли около 40 социальных работников. Многие из них оказались настоящими самородками. Реально, мы открыли сегодня новые таланты, потому что в нашем коллективе есть новые люди, новые лица. Не было вообще сомнения, что примут участие все участников, именно выступающих, 40 человек. В нашем коллективе 102 человек. Изначально мы планировали это как мини-смотр патриотического мастерства, так скажем. Но я думаю, что у нас получился настоящий фестиваль, потому что очень много ярких, красочных, душевных номеров, которые вызывают различные чувства и слезы радости, и счастья, и гордости. Ну, хорошее мероприятие, я считаю. Будем продолжать эту традицию.